15 октября во всем мире проходит так называемый «День белой трости». Эта дата учреждена, чтобы привлечь внимание общества к проблемам незрячих и к тому, в каких условиях они живут. Помимо отношения для слабовидящих важна инфраструктура. От специальной тактильной плитки до обычных бордюров. По ним слепой человек различает тротуар и проезжую часть. Вместе с инвалидом первой группы по зрению Борисом Мельниковым съемочная группа «Омск здесь» прошла по улицам, чтобы понять, удобно ли на них инвалидам. Тротуар не убирается здесь практически никогда, поэтому и вот этот камень бордюрный поймать достаточно сложно. Вот у нас подарок, а вот бордюрный камень, вот машина запаркованная, нарушение правил дорожного движения, 5000 рублей штрафа. Ну, у человека, видно, деньги есть, он не боится, вот здесь вот эти зеркала, видите, он мне дорогу перегородил. Так, дальше я должен опять камень поймать бордюрный. Или сигнализация срабатывает, либо там водитель, если он есть, он начинает ругаться, угрожать. Здесь велосипедисты едут, не сбавляя скорость. Вот несколько раз я на них налетал. Здесь очень шумно у красного пути, поэтому на слух ориентироваться достаточно сложно. Если по зебре идти, как раз попадаешь в ограждение. Красный, зеленый? Спасибо. Вот все прошли, никто мне ничего не сказал. А я стою и жду, подскажет кто-нибудь или нет. То есть, если я слышу, что кто-то рядом стоит, я прошу, чтобы подсказали. Ну, иногда пропускаю, иногда по 10-15 минут стоит. Сейчас мне надо будет еще в одном месте перейти. Здесь тоже часто машины паркуют. Так, а куда мне дальше идти? Что за... Я боюсь уже. Я теперь не знаю, как я к поликлинике выйду. Так, вот тут забор какой-то. Что, здесь обходить придется? Да, здесь вот не уходите только. Так. Вот, оба-на. Ой, мама, а я вот не знал даже, что тут перегородились. Жуть какая. Ну, сейчас к улице Кемеровской мне надо подойти. Здесь проблема перейти. Так, иду, иду. Так, не понял. Не понял, я же на тротуаре. Тут какой-то завал. Что такое? Идти приходится вдоль дороги, здесь с тротуаром проблемы. Тут я вообще не понимаю, где я иду, поскольку ориентиров у меня нет никаких. Вот здесь вот крыльцо, ну тут дальше уже более или менее. То есть вот такой вот забег с препятствиями. Перегородили дорогу на Волочаевской, и здесь какое-то дерево. То ли посадили, то ли там что-то отвалилось. В общем, вот так вот. Все, у меня уже сил нету.